мамы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Петля за петлей под старые песни военных лет. Сколько этими руками связано носков, не счесть. Мужьям, детям, внукам. Сегодня вяжут для незнакомых ребят, солдат, принимающих участие в специальной военной операции. Мы понимаем все, вот, что сейчас такой период, что, в общем-то, нашим ребятам, конечно, нужны теплые вещи. Началась осень, там дальше зима. Еще сколько это будет, мы пока не знаем, конечно. Ну и хотим какую-то свою лепту преподнести вот все-таки нашим ребятам, чтобы согреть нашим вот теплом. За каждого солдата эти женщины переживают, как за родного ребенка. Многие из них ждали сыновей с Афганистана и Чечни. В нынешней ситуации оставаться в стороне не смогли и не захотели. Так, рукодельницы клуба «Хозяюшка» Нижнекамского русского общества придумали акцию «С теплом и любовью защитникам Родины». Мы вот здесь вышиваем, что-то кто-то какие-то поделки делает, кто ленточком, кто крестиком. Я говорю, ну зачем мы будем сейчас, девчонки, давайте отложим, давайте будем вязать носки. Вот и предложила. Ну и все, и мы уже обратно ехали, у нас уже созрел план, что мы будем вязать все носки, ну что-то теплое, теплое, зимнее. Сам Бог велел заниматься этим делом сейчас. Шерстяные носки, варежки, теплые снуды. Каждый подарок будет сопровождаться весточкой о том, что солдата ждут дома. Вот эта акция, она хоть как-то поможет нашим бойцам. И мы еще договорились, что в каждую пару, в каждый носок мы еще вложим, значит, тут кофе такой растворимый, одноразовый. Значит, что еще, девочки, мы тут планировали? Крем для рук, вот детский крем. Такая акция – это очень хорошая и правильная. Я думаю, что и эту акцию поддержит не только вот наш такой небольшой коллектив, а все женщины нашего города. Рукодельницы вяжут только из натуральной шерсти. Ее покупают на свои деньги. Пряжа заканчивается. Помочь пополнить запасы может каждый из нас. Помочь вот шерстью. А вообще-то вот говорят, что чтобы каждая женщина связала по носкам и принесла вот сюда в Дом дружбы, будут принимать. Вот. А если есть возможность у промышленных предприятий, мы бы очень были рады, чтобы они закупили шерсть. Сюда поставили ее, и наши девочки вязали. Первые теплые приветы солдатам отправятся уже совсем скоро. Бабушки надеются, что их будет много. А потому призывают взяться за спицы и пряжу всех женщин Нижнекамска. Анастасия Шакирова, Булат Абдульманов, новости НТР.